Посмотрим, что за работа. Очередной у нас трек из Делюкса. Голод услуги Яникса. На этот раз Яникс и Soda Love. Produced by Bored. Выходят синглы у нас таким образом, да. Очень интересно посмотреть, что за бит. И как на этом бите сочетаются стили, которые выберут артисты. Наиболее открытые вопросы это всегда в том, как Сода будет читать, да, и как Сода будет читать под конкретный бит. Поэтому посмотрим, как это будет выглядеть, что это такое, да, и кто здесь. И как самое главное, какой бы ни был бит, они друг с другом сочетаются, чтобы песня была целостной. Погнали, слушаем. Badass. Яни. Красава! Yeah. Я сказал, суки, тряси жопу и не открывай ебало. И не вздумай делать плохо, будешь начинать сначала. Отфутболил эту суку, потому что я красава. Да, я уважаю женщин, но шлюх не уважаю. Я сказал, суки, тряси жопу и не открывай ебало. И не вздумай делать плохо, будешь начинать сначала. Отфутболил эту суку, потому что я красава. Да, я уважаю женщин, но шлюх не уважаю. Ставил ей палец, это не мокрый вилли. Знак мира под губою, я будто хиппи. Плохая сука, и мы с ней еще висим. Болт очень длинный, будто тянул им гири. Скажи честно, ты слушал треки всех этих задниц. Только когда нет новых песен у Яни. Место парковки стоит дороже Камри. И с моим студосом дело обстоит так же. Она мясо, а мясо вкусное, если жарить. Поиграй с этим клубком, киса, нет, это мой шарик. Так много панчей, киса не успевает. Эти цепи заслуги, будто это медали. С виду мил, мы как будто бы цветы. Но не трогай меня, бич, ты почувствуешь шипы. Молодой уже богатый, мои будни, твои сны. Эй, малая, ну-ка цыц, ну-ка чш, ну-ка слышь. Я сказал, суки, тряси жопу и не открывай ебало. И не вздумай делать плохо, будешь начинать сначала. Это не так плохо, реально. Потому что я красава, да, я уважаю женщину. Нашел вам свою ритмику в Детройте. Я сказал, суки, тряси жопу и не открывай ебало. И не вздумай делать плохо, будешь начинать сначала. Норм. Куплет норм вообще, куплет вообще норм. Потому что я красава, да, я уважаю женщину, шлюх не уважаю. Сука расширяется для суженого. Пью сиропчик, но мой голос не как у простуженного. Снимай одежду, сука, мы тут без ненужного. Зуба взорвался, вид у меня, вид как у контуженного. У суки плохая жопа, я зову ее Джои. У суки плохая жопа, я не зову ее в номер. Sorry. Эта вдова виновна в том, что я чуть не помер. Пустил ей в рот, она ебется с моей целевой аудиторией. Лежу пятки, сосу большие пальцы, это фуд-фетиш. Да, изменился, брат, но моя цель все те же. Много говорят, но их слова доходят все реже. Я лечу как АМГ, пока они идут меж. Везет, мой плак сделал доставку. Я выбрался из жопы, чтобы не пахать заставку. Раньше, чтоб разбудиться, надо было достать справку. Сейчас твоя малая ставит меня на заставку. Я сказал, суки, тряси жопу и не открывай ебало. И не вздумай делать плохо, будешь начинать сначала. Отфутболил эту суку, потому что я красава. Да, я уважаю женщин, но шлюх не уважаю. Я сказал, суки, тряси жопу и не открывай ебало. И не вздумай делать плохо, будешь начинать сначала. Отфутболил эту суку, потому что я красава. Да, я уважаю женщин, но шлюх не уважаю. Много припева. Куплет Яникса интересный. Нашел он ритмику свою. Короче, он потихонечку вот начинает встраиваться, да? Встраиваться в новый звук. И звучит вполне себе неплохо. Реально. Так. Пам-пам-пам. Может быть, убрать отсюда? Да, потому что тут как бы Яникс, да, припев. Потому чтобы не было три парта Яникса подряд, да, все-таки фит. Интрушка. Убираем припев, куплет, припев, куплет. Припев. А тут троечка, да, прям три. Дохуя как будто бы. Что касается Соды. Блять, ну прям какого-то натужного хуй пойми чего, да? Пиздец, сука, расширяется для суженного. Типа суженное, суженное, типа узкое и суженное, типа, блядь, суженый, да, как типа там супруг вся хуйня, блядь. Ебать, блядь. Сука, расширяется. Ну, по тексту у Соды всегда крепко, реально. С этими, со всеми фишечками его. Пиздец. Пью сиропчик, но мой голос не снимает одежду, сука, без ненужного. Мы тут без ненужного. У меня вид, как у контуженного. Плохая свою жопу я зову Джоя, сука, плохая жопа я не зову в номер. Потому что я чуть не помер. Блять, ну тут... Вдова с большой буквы, это что, типа, это чья-то тёлка, типа, или вдова, блядь, в смысле, в Overwatch, widow, да, вдова, которая, блядь, шотает, блядь, но это я не думаю, что настолько, типа, блядь, отстраненный панч в играх, потому что, блядь, хуй знает, но раз с большой буквы, блядь,
Уидова, бля, вдова, сорт. Или сорт уида, да, бля. Да, травка, нихуя. Сорт травы. А, окей, 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 да, окей. Окей. Дед шарит. Да, бля, у меня мастер, ёптвы, бля, бро, я мастер, блядь, был, когда я играл в Overwatch, нахуй. Практически, да. О чем ты вообще говоришь? Стив Ротта наебется моей целевой аудитории. Вдова это сорт. Ну, в сортах, да, в сортах не шарю, сорян. Ребят, с моей целевой аудиторией. Лежу пятки, сосу большие пальцы, это фут фетиш. Ну, в принципе, учитывая то, что мы обычно слышим от соды, это как бы прям, ну, вообще по минимуму. Можно сказать, в щечку поцеловал. Да. Можно сказать, в щечку поцеловал. Я изменился обратно, мои цели все те же, много это слово доходит все реже. Че какая МГ, ПК, не пешим. Мой плаг сделал доставку. Пам-парам-пам-пам. Кого мейнил? Зарю. Вдову и Зарю. Так. Рейнхард еще тоже, да. Рейнхард, Заря, Вдова. Ну, Заря, мейн Заря. Ну, чтобы пахать на заставку, чтобы размыть на справку. Сейчас я надо ставить на заставку. Суки, не открывай ебало. Ну, прикольно, бля, прикольно, прикольно. Хм. Так, давайте еще раз прогоним трючок. Нихуя себе, бля. Что-то в этом есть. Что-то в этом есть, реально. Да хуя припевов. Вот первый убрать я надо. Я шлюх не уважаю. Я сказал, суки, тряси жопу и не открывай ебало. И не вот вздумай делать надо, плохо, будешь начинать сначала. Отфутболил эту суку, потому что я красава. Да, я уважаю женщин, но шлюх не уважаю. Еще вариант есть. Сделать по одной четверке. Везде по одной четверке. Четверка. Это убираем. Везде убираем. Везде оставляем по одной четверке. Ставил ей палец, это не мокрый Вилли. Знак мира под губою, я будто хиппи. Плохая сука, и мы с нею ща висим. Болт очень длинный, будто тянул им гири. Скажи честно, ты слушал треки всех этих задниц. Только когда нет новых песен у Яни. Место парковки стоит дороже Камри. И с моим студосом дело обстоит так же. Она мясо, а мясо вкусное, если жарить. Поиграй с этим клубком, киса, это мой шарик. Так много панчей, киса не успевает. Эти цепи заслуги, будто это медали. С видом мил, мы как будто бы цветы, но не трогай меня, бич, ты почувствуешь. Охуенно, шипы. Фактически бриджик, да? Фактически бриджик. Пиздатый кублет, ну-ка, слышь, слышь, слышь. Я сказал, суки, тряси жопу и не открывай ебало. И не вздумай делать плохо, будешь начинать сначала. Отфутболил эту суку, потому что я красава. Да, я уважаю женщин, но шлюх не уважаю. Я сказал, суки, тряси жопу и не открывай ебало. И не вздумай делать плохо, будешь начинать сначала. Отфутболил эту суку, потому что я красава. Да, я уважаю женщин, но шлюх не уважаю. Сука расширяется для суши. Пью сиропчик, но мой голос не как у простуженного. Снимай одежду, сука, мы тут без ненужного. Суба взорвался, вид у меня, вид как у контуженного. У суки плохая жопа, я зову ее Джои. У суки плохая жопа, я не зову ее в номер. Это вдова виновна в том, что я чуть не помер. Пустил ее в рот, она ебется с моей целевой аудиторией. Лежу пятки, сосу большие пальцы, это фуд фетиш. Да, изменился, брат, но мои цели все те же. Много говорят, но их слова доходят все реже. Я лечу как AMG, пока они идут меж. Везет, мой плаг сделал доставку, я выбрал из жопы, чтобы не пахать заставку. Раньше, чтобы разбудиться, надо было достать справку. Сейчас твоя малая ставит меня на заставку. Я сказал, суки, тряси жопу и не открывай. Бля, норм. Реально, норм. Чё-то в этом есть, реально. Чё-то в этом есть. Мне нравится трючок. Реально. Хуй знает, мне нравится. Мне очень нравится куплет Яникса, и меня что-то пиздец улыбает куплет Соды. То есть под него можно прям порофлить, да? Мне кажется, удачный трек в целом. Если заходит кому-то припев особенно, то его даже, ну, как бы душниной, типа, ну, не назовут, да? Что типа, ну, полных восьмерок, целых три штуки, окей, да? Как вам? По баллам от 1 до 10 ебаните. Прикольно сделал Сода. Очередной эксперимент, пиздец, но что-то в этом есть. Как будто бы не переиграл харизму, да? Как будто бы она вот как надо, блядь, зашла на этот раз. 8, бля, восьмерок дохуя.
Ну, значит, вам тоже понравилось. А чё писали? Руина, бля, руина. По-моему, заебись вообще. Реально. И Сода зарофлил, заебись. У Яникса очень разнообразный парт. Очень разнообразный. При этом попали они оба, бля, в атмосферу этого бита. Бля, я даже добавлю этот трек. Я даже добавлю в плейлист этот трек. РЖТ Мейнстрим 2022. Реально. Весьма заебись. Я кайфанул. Хуй знает, я кайфанул. Индивидуальность и харизма. Бля, ну... Я не знаю, ниже девятки тут точно нету. Точно нету ниже девятки, потому что я хуй знает. И Яникс выдал норм, Сода со своим стилем. Минимум 9, хуй знает. Реально. Из-за какой-то яркости. По структуре... неплохо, блядь, неплохо. Идет куплет, самый, вот прям куплет у Яникса, типа на десятку, да. Вот припев сам, что вот восьмерка, полная восьмерка, да, без каких-то фишек. Отсутствие чего-то интересного, кроме интрухи. И большое количество самих припевов, это где-то, наверное, 8 по итогу. Эдлибы прикольные у Соды, то все интересно, да, восьмерочка здесь. Рифмы и образы, блядь, 9 баллов, да. Реализация выбранного стиля. Не знаю, бля, не знаю, что не так. Ну, 9 минимум, опять же. Атмосфера вай 5 баллов. Нет, 4 балла из-за припевов. Блядь, да, сука, вот хочется больше поставить, да, по атмосфере, но 4 все-таки. Тренд, я думаю, пока еще 5. Пока еще 5 баллов. Пока еще 5. Вот такая вот оценочка. Заебись, стручок. Реально. Заебись, спасибо.